Вы видели? Я был на высоте. Потому что я спас тебя, спас этого парня от страуса, даже не отрываясь от руля. Да я просто монстр. Я был неукротим. Я был бесстрашен. Да, вот именно. Бесстрашие. Это Брейвстоун. Вот, смотрите. Опять чертовщина. Что за фигня? Это ваши силы и слабости. То есть, вашего персонажа, доктора Брейвстоуна. И его силы и слабости. Бесстрашие? Есть. Скорость, скалолазание, бумеранг. И мощная харизма. Ваше глупое выражение лица. А? Это оно и есть. Фу, фу, он же старый. Соберись, дурочка. Эдди, ты в порядке? У тебя что, инсульт? У него левую часть парализовала. Эдди, глянь на меня. А? Слава богу, ты в порядке. Слабости Switchblade. Switchblade? И что за хрен? В прошлый раз у доктора не было слабостей. Да, и это меня бесило. Интересно. Нунчаки? О. Это новое. Мне в такой список. Майло, нажмите на грудь. Где сердце? Прости, что? Да вот так. Эй! О, у меня тоже есть. Что? Боже, зоология. То, о чем вы мне говорили. Да, именно. Ваш персонаж — это зоолог. Кстати, у меня есть племянник Максвелл. Работает ветеринаром. Какая же увлекательная тема для изучения... У меня такого не было. Изучение языков. Все с ним ясно. Пока он доберется до сути, всю свою жизнь нам расскажет. Сейчас ему 32 или 35. Как же летит время. А сейчас минутка позора. Да вы что, издеваетесь? Ну, геометрия — это новое. Ага. Всегда мечтал знать геометрию. Ну, а какие слабости? Выносливость, что там еще? Жара, солнце и песок. Все логично. Не дай бог ему оказаться посреди какой-нибудь пустыни. Ну какой от него толк? Да кому он вообще нужен? Он читает карту. Тебе легко говорить, у тебя нунчаки. Я полгода тренировался в зале. По 4 часа. Ну и куда все это делось? Боже, как тут жарко. Скажите мне, нахрена? Такой тип в приключенческой игре. Ладно, ладно, ладно. Я приведу свое тело в порядок. Добавлю выносливости, дело это нехитрое. Давай, чувак, ты сможешь. Прямо сейчас. Упор лежа! Оп! Один есть! Один есть. Так, еще один подход. О, нет. Север вот там.